Ну что, обзор на Markal Ball Paint не особо получился. И хоть Шипа мне и говорил, что это хороший маркер, если в него добавить немного растворителя, отлив чернил. Ну, я попытался запариться, налил в нее, отливал чернила, разливал растворитель, маркер сам не пишет. И это еще совпало на поездку в другие города. И когда все ходили, тегали за масками, там на всяких люках, да, на заборах, я хотел потегать тоже, но мой маркер не писал. Поэтому приходилось все время стрелять. И поэтому, хоть маркер, говорят, и хороший, я на него немного обиделся и приготовил для него сюрприз. Та-дам! Поэтому, раз маркер не захотел писать, мы отправим его в космос. В космосе не пишет. Вот так вот немножечко из-за ленточки. Markal за 900 рублей. Хочет полетать немножко в Башкирии. Башкирия вот та часть в землю вставляется. Да, я шарю. А, вот это. Только он меня перевешивает так, что мне кажется, он это. Пойдем туда, Пашок, вместе с зажигалкой. Как-то. Там, смотри, какой-то катер с мигалками, а мы тут сейчас взрывы будем устраивать. Сколько ты часов сидел там? 12. И так, короче, спал. Смотри, какие густые чернила, слышишь, смотри в них вообще. Короче, типа кроссовки снял и на них вот так вот сел, чтобы, потому что был мега, блядь, ничего. И я, короче, типа поездил сидеть на трассе, который там был, а чувак, у меня, который спал со мной, редко. Он просто оделся, типа, до трассов и спал на этом трассе, босса, блядь, смысл года. Короче, так, типа, джинсы. Александр, это все произошло. Ну, похуй, блядь, типа. И ну, типа, в одежде не надо поскать. Чувствую себя на блоке, блядь. Там знаешь, какой был, типа, матрас, тут тяжелый такой, знаешь, что-то, который, типа, как он называется, типа, паровод или как это хуйня называется? Белый. Без. Сейчас. Ну, просто белый, хуйня, это же желтый, блядь. Короче, засохший, блядь. И, блядь, вот такой, без подлияльника. Так как пошел дождь, пошел подъезд, и тут есть дождь, короче, просто приехали на сарай, приняли его. А у него, видимо, была, типа, до этого статья для расстройства берега. Будешь палочку в краске? Да, хотел, хочешь, да? Да не накачиваются, весь день сидят. Короче, растворителем, походу, тоже писать не хочет. Надо либо полностью поменять чернила, либо, я не знаю, либо надо реально искать, где петарды продаются. А где трубка? Не там осталось.
Вот туда? Да, тут вдруг все в дерево. Так я тебе об этом говорю, что он тяжелый, может быть, из-за маркера. Думаешь, похер? Она просто, мне кажется, не вылезет, бля, что она тяжелая. Пиздец, значит, здесь все взорвется, бля. Да маркер слишком тяжелый попался. Это вы были, дебила? Нет. Да. Салют. Маркер плохо писал. Был наказан. Да, да, слишком тяжелый. Зато маркер разорвало, ты видел? Малый, говорит, их чуть не убило. Там осколками. Надо сваливать отсюда, пока охрана не прибежала с отеля. Следующий маркер полегче, который плохо пишет. Он на взрыв прибежал, смотри, кстати. Да. А, да. Интересно,